Добрый день, уважаемые коллеги. Пресс-конференция футбольного клуба «Динамо Брест» в преддверии финала перематч Кубка Республики Беларусь сезона 2019-2020. На наш вопрос отвечает главный тренер команды Ковальчук Сергей Петрович и капитан команды Олег Кузнецов. Пожалуйста, ваши вопросы. Валенко, обращаемся. У нас один микрофон. Да, Сергей, пожалуйста. Сергей Петрович, как команда готовилась к Кубку? Есть ли какие-то проблемы по составу? Ну, в принципе, здесь, скажем так, подготовка обычная, да, через три дня на четвертый игра, поэтому готовились в стандартном режиме. В принципе, все ребята здоровы, ну, за исключением, конечно, Элиса Бакая, который выпал у нас на долгий срок. А так все в строю, все рвутся в бой. Олег, вопрос к вам. Как вообще играется на стадионе «Динамо»? Нравится ли вам здесь? Будет ли тяжело завтра? Ну, нравится, конечно, нравится. Я тут пару игр сыграл. Один матч, наверное, за сборную, открытие стадиона. И, получается, с «Динамо Минска», наверное, последнюю игру в прошлом чемпионате. Конечно, ностальгия по этому стадиону. Приятно, что как его обустроили, возобновили. Все свое, можно сказать. Здравствуйте, вопрос к вам, Сергей Петрович, коллегу. Продажа почти только 25% билетов. Как это скажется на антураж? Ну, к сожалению, от нас это не зависит. Понятно, что если бы была, скажем так, обстановка спокойная, я думаю, что достаточно много зрителей собрал бы стадион, вот, возможно, бы поставили рекорд. Ну, как бы от нас тут мы ничего не решаем, вот от нас ничего не зависит, поэтому люди выбирают сами, идти на футбол, не идти. Но я думаю, что с нашей стороны мы сделаем все для того, чтобы игра получилась. И те болельщики, которые придут на стадион, вот, я думаю, что получат удовольствие. Ну, я также скажу, что, ну, я больше за безопасность, ведь здоровье главное. Будет 25%, я думаю, ну, соберется, будет очень хорошо. А так главное безопасность. Сергей Петрович, вопрос к вам. Для Креста в этом году обычная ситуация, ротация голкиперов. Два последних матча провел Паша Павличенко. Стоит завтра ждать Сергея Анатольевича в воротах? Ну, завтра будет завтра. Поэтому я думаю, что вы все увидите. На пресс-конференции после матча с Матте вы сказали, что нужно что-то или кого-то менять, если завтра случится удача. Готовы тебе завтра? Ну, это вопрос, скажем так, больше к руководству. Вот. Но в любом случае мы сами виноваты, да, что оказались в таком положении. Вот поэтому я уверен просто, что все в наших силах, чтобы исправить ситуацию. Ну, сейчас не хочется думать о чемпионате. Вот сейчас все мысли у нас о завтрашней игре, о финальной игре на Кубок. Может быть, сейчас финальная ситуация с Александром Николаевичем, может быть, он поддержал вас как-то? Чувствуете? Может быть. Еще вопрос, пожалуйста. Первый ряд у нас. Сергей Петрович, вы сказали, что все мысли только о завтрашнем матче. Какие мысли? Не, ну любая команда, которая играет в финале, я думаю, она хочет выиграть титул. Это Кубок Беларуси, это очень, очень почетно для любой команды. Вот. Поэтому мы едем только с такими мыслями и настроены на победу. Понятно, что игра все рассудит, все расставит на свои места, но уверенность есть. А какое, если не секрет, настроение вообще в раздевалке ребят? Ну, как бы понятно, что, откровенно говоря, не самое лучшее, да, после игры. Вот. Но еще раз говорю, что
пытаемся всеми силами, то есть сосредоточиться на завтрашнем матче. Вот, о чемпионате будем думать чуть позже.